Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 5. Вопрос 1412. Нас исповедуют священники, и, как оказывается, почти везде они спрашивают об одних и тех же грехах. Что это? У них есть на это какие-то инструкции, чтобы разузнавать, что и почем? А их, кто исповедует, этот их главный поп, он их расспрашивает только о таких же главных грубых грехах, как они нас, или все же глубже копает? Но почему же тогда ничего не меняется, какие они были безмолвные и отчужденные от народа? Такие же и остаются почему-то. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть специальные вопросники. О чем же священник должен позаботиться? В чем утопают их паршивые овцы? Должен быть Дух Божий на молитве, чтобы совесть судила за грехи, а не так, чтобы перечесть и сдать грехи батюшки и по новой на новые подвиги ринуться. Нарушая посты, говорят, я потом покаюсь, батюшка снимет грех. Это языческое представление о спасении. Тут индульгенциями не торгует Бог. Для священников есть другой, в кавычках, гостинец, ибо с них будет более строгое взыскание. Премудрость Соломона 6.8. Начальствующим предстоит строгое испытание. Пособие для исповеди современному священнику. Некоторые распространенные грехи священнослужителей. Первое. Крещен неправильно, в состоянии неверия и проведения мокрой ладони по голове. И когда узнал, что являюсь не крещенным, а только моченым, то ничего не предпринял, чтобы исправить положение. Принять правильное по апостольскому 50-му правилу крещения – с троекратным полным погружением в воде. И то, что я уже был священником, это немало не должно было мне препятствовать совершить правильно это священное таинство. Каюсь за свое малодушие и лукавые отговорки, что будто бы и такое, в кавычках, крещение было равноспасительным и правильным. Этими словами я самооправдывался, указывая на это нужду и стесненные обстоятельства. Евангелие от Марка 16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Апостольское правило 50. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь: «В смерть мою крестите», но, идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Второе. Рукоположен, будучи неверующим во Христа по Евангелию. Может быть, ради корысти, легкого заработка, почестей, ради почета, ради легкой безбедной жизни. 1 Петра 5.2. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Прокеремия 6.13. Ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют лживо. Ничего не зная об истинном назначении священства, по великому неразумию и даже по безумию своему и по дерзости окаянной, принял этот священный сан и творил все вопреки истинному назначению сана. Как теперь отвечу за столь великую порчу виноградника Божия? Священник есть пастырь, пастух,
а церковь его есть виноградник. О, как велив гнев его на негодных рабов! Иеремия 12:10. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью. Пророк Захария 11:17. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Третье. Имел препятствия для рукоположения, то есть уже после крещения, хотя бы оно было и в младенчестве, были совершены смертные грехи. Разные виды блуда, убийства, колдовство. Несмотря на то, что апостольские правила и соборы запрещают рукоположение таковых, и священный сан не должно было принимать, даже если благословляет духовник и епископ. 1 Тимофею 3, 6, 7. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Евангелие от Матфея 23, 2. И сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Рукоположен в диаконы до 25 лет, священники до 30-летнего возраста, то есть преступление против канонов. Шестой Вселенский собор, 14-15 правило. Четвертое. Жену, обрученную мне, взял не девственницу или артистку, что ставило мне препятствие стать священнослужителем. Апостольское правило 18-19. Феоф 4. Не знаю, что это. Левит 21-13-14. В жену он должен брать девицу, или девицу, или вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать. Но девицу из народа своего должен он брать в жену. Пятое. Нарушение священнической присяги. Служение не по священному писанию книги правил. Став священником, будучи сам невозрожденным духовно, не имел горячей и ревностной веры во Христа, готовности на любую жертву, только бы угодить Спасителю Христу. От этого и других не смог зажечь этой верой, не проповедовал всем и каждому о спасении во Христе, так как сам не был утвержден в этом. Не ревновал о том, чтобы в церкви было служение на родном, на разговорном, на понятном всем языке. Оттого и народ погибает в невежестве, что ничего не понимает, а за спасение считает присутствие на богослужениях, и чтобы только отстоять службу. Я и сам не понимаю церковнославянского языка, и все время думал и другим говорил, что понимаю его. И эту ложь я повторял всю жизнь, бессовестно лгал себе и другим. 1 Коринфянам 14:19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Евангелие от Луки 11:44. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Шестое. Не было горячей любви к чтению и изучению Слова Божия Библии. От этого и других не смог приучить искать ответа на духовные вопросы в Священном Писании.
не научил людей ставить во главу угла Библию, за православное учение считал то, что основано не на Слове Божьем и не на Писаниях святых отцов. Авторитет священника и епископа ставил выше священного Писания. Евангелие от Иоанна 11:10. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 2 Петра 1:19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Исаия 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Иеремия 14:18. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом. Вхожу в город, и вот истоевающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. 7. Отрицал необходимость и важность знания и изучения всей Библии, считая, что Ветхий Завет – современному христианину читать не обязательно. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. 1 Тимофею 4:16. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. 2 Тимофею 3:16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 8. Крестил людей, не обратившихся от всего сердца к Богу, без длительного многомесячного научения, в кавычках «крестил мочением», проводил мокрой ладонью по волосам головы вместо полного погружения, чем утверждал их в мертвом состоянии мнимой веры, таким образом обманывал, оставлял людей без веры, подталкивая их в погибель. Матфея 23:13. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Матфея 23:15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. 9. Не занимался главным своим делом, ежедневным научением людей истинно православной вере, так как сам так и не познал, что такое есть православная вера, считая за веру богослужение и исполнение треб и обрядов. 2 Тимофею 4:2. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Малахия 2:7. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Иеремия 2:8. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Не научился сам правильно совершать крестное знамение, и тому не учил других. Небрежному маханию руки бесы радуются, говорит Иоанн Златоуст. Сначала нужно совершить крестное знамение, донося руку до лба, чрева, правого и левого плеча, и только затем нужно поклониться так, чтобы рука могла достать до земли. Брал деньги, назначал цены за таинство,
молитвы, требы. Пророк Михей 3:11. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда?» А это есть самая настоящая симония, смертный грех Симона Волхва. Евангелие от Матфея 10:8. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». 11. Допускал или даже благословлял торговлю в храме, притворе, церковной ограде. Евангелие от Иоанна 2:15. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех». Иеремия 7:11. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, народ, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Евангелие от Матфея 21:13. «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Пророк Иезекииль 28:16. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». 12. «Принимая исповедь, разрешал все грехи, даже самые тяжкие, бездолжной, длительной эпитимии, как определено соборными канонами, отнимая этим у человека возможность истинно раскаяться, запечатывая его в состоянии греха, утверждая во вседозволенности, показывая ласковое, преступно-снисходительное отношение к греху. Или наоборот, невниманием к духовным нуждам, равнодушием или своим непристойным поведением отталкивал человека от церкви. 1 Тимофею 4:12. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Иезекииль 34:21. «Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон». Иезекииль 33:8. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Софония 3:4. «Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон». 13. «После серьезных грехов допускал человека к причащению, толкая его на Иудин грех, на прямую погибель, допускал его к причастию, допускал ко причастию явно нераскаянных грешников, не готовых стать участниками вечери Господней». 1 Коринфянам 11:30. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Насаждал неправильное отношение к причащению. Главное – причаститься, тем самым принижая значение таинства до обряда, механического условия спасения, будто это важнее, чем жизнь во Христе. Или оправдывал такое отношение к таинству условиями времени. Иезекииль 22:26.
Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. 14. Совершал таинство брака над неверующими. Повинуясь духу времени, сознавая, что зачастую людей привлекает красота обряда без осознания сути этого таинства и ответственности перед Богом. Не зная приходящих, нередко венчал уже не раз венчанных при живых их женах, иначе и быть не могло, если церковь сделали проходным двором. Римлянам 7.3. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. 1 Марка 2.12. И вот, святыни наши и благолепие наше, и слава наша опустили, и язычники осквернили их. 15. Для людей, фактически неверующих, ради денег совершал бессмысленные требы, освещение домов, машин, магазинов и так далее, воспитывая в них потребительское отношение к церкви. Не проповедовал им покаяние и веру во Христа, запретив этим для них, заперев этим для них врата Царствия Небесного. Евангелие от Матфея 23.13. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Псалом 105.35. Но смешались с язычниками и научились делам их. 16. Воспитывал теплохладное отношение к вере, потакая мирским привычкам мнимых православных. Нарушение поста, неприличная одежда, косметика, курение, пьянство, бродобритие, участие с язычниками в их праздниках и так далее. Благословлял детей на участие в безбожных утренниках во время постов, посещение театров и цирковых представлений. Евангелие от Матфея 18.6. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. 17. Позволял женщинам входить в храм в мужской одежде, в коротких юбках с разрезами на них, с непокрытой головой, с косметикой и в украшениях, серьги, цепочки и прочее. Благословлял их в таком виде даже подходить к святой чаше. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие. 18. Смысл духовной жизни посомых сводил к частому посещению богослужений, частой исповеди, частому причащению. Неблаговейно, формально совершал богослужение, стараясь о внешнем благолепии и не заботясь о духовном состоянии прихожан. Нанимал безбожных артистов для хоров. Евангелие от Матфея 23.27.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Евангелие от Матфея, 23:14. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». 19. «Не осознал своего положения предстателя, молитвенника за людей, не научился молиться горячо и сосредоточенно, конкретно, своими словами, а все повторял чужие слова. Трафаретно, грубо понимал отношение человека к Богу. Из-за этого не смог и других научить молиться. Согрешил отсутствием страха и равнодушием к Богу». Откровение 3:15-16. «Знаю твои дела. Ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих». 20. «Отпевал неверующих, самоубийц, умерших во грехе без покаяния, во время запоя. Отпевал всех без исключения, лишь бы мне сказали, что умерший был крещен. Этим всевал в души людей страшный соблазн, что будто бы можно спастись для вечности, живя как хочешь, лишь бы только родственники тебя отпели в храме. Это есть языческо-шаманское представление о Боге, как об идоле». Евангелие от Луки 16:26. «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 21. «Боялся епископа больше, чем Бога, выполняя неблагочестивые указы, смиряясь с несправедливостью, ложью, не сверял его приказания с Библией и канонами, не обличал сыновним почтением беззакония епископа, молчанием содействовал его гибели и увеличению беззакония в церкви. Из-за боязни потерять место, жалование, быть переведенным на другой приход». Деяния 20:29-30. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Иеремия 23:11. «Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Малахия 1:6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам. Говорит Господь Саваоф вам, священники, благословляющие имя мое». 12. «Проповедовал непослушание Сергей, неблагословляющие. Простите, да, еще раз. Малахия 1:6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники,
бесславящие имя мое. 22. Проповедовал непослушание Христу по Библии, канонам и святым отцам, а послушание духовнику, священнику и епископу, даже если их поступки и речи явно не соответствуют Писанию и канонам Церкви. Зная, что правящий архиерей, сторонник экуменизма, продолжал поминать его как настоящего епископа, хотя по канонам он давно уже еретик. Знал, что патриарх участвует во Всемирном Совете Церквей, этом прообразе Церкви Антихриста, сатанинской синагоги, не обличал его и не обличал синод, вергающий всех доверившихся им в противоречие с основными канонами Церкви, категорически запрещающими молиться с еретиками, дабы не наследовать ту же участь. 2 Иоанна 1:11. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Деяния 20:26-28. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Иеремия 5:31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? 23. Равнодушно относился к погибельному состоянию души собратьев-священников, не помогая им кротким обличением раскаяться в корыстолюбии, приспособленчестве, пьянстве, безбожном поведении, равнодушие к спасению людей, находясь сам в таком же пагубном состоянии. Не трубил тревогу, что Церковь все еще пребывает в нераскаянном состоянии, находится под проклятием патриарха Тихона, который анафемастовал всех, кто будет сотрудничать с врагами Церкви Христовой. Декларация митрополита Сергия Строгородского бросила всех, признавших эту предательскую декларацию, в объятия гонителей. Наступило подлинное прелюбодейство Церкви с необрезанными халдеями. Соглашался сотрудничать в органах КГБ, доносительствовал, открывал тайны и тайну исповеди. Иезекииль 16:25. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои. Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Нераскаянность в принятии той декларации ставит признающих ее вне Церкви, как заставляющая отказаться от всех умученных безбожной сатанинской людоедской властью и заставляющая называть сынов Церкви врагами и уголовниками. Евангелие от Матфея 18:6. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Исаия 28:7. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры,
Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секиры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Иеремия 2:26. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их. 24. Каюсь пред Богом во всех моих беззакониях. Обещаю впредь жить и служить только в соответствии со Священным Писанием и всеми церковными канонами. И если Бог даст время на покаяние, то обещаю всеми силами стараться исправить последствия своего нерадивого служения. Господи, даруй мне истинное покаяние и воскресение от моего мертвенного состояния. Псалом 30:16. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Аминь. На утренней заре духовной жизни я возлюбил учение Христа и мыслью, и сердцем умиленным в те грубые бесправья времена один Христос смягчал людское сердце. Он юного меня учил любить труждающихся, всех обремененных, чем был бы я на старости, как знать, когда б в те дни евангельского слова не снизошла мне в сердце благодать. А. М. Жемчужников.